Дорогі друзі, шановні майбутні абітурієнти, я переконана, що ви вже починаєте замислюватись над тим, куди піти навчатись, який університет або яку спеціальність обирати. Якою буде ваша майбутня професія? Може, ви хочете стати, створювати різноманітні візуальні проєкти, бачити себе розробниками креативних веб-сайтів, а може у вас є бажання розробляти ігрові персонажі чи займатися тривимірним моделюванням? І ви здивуєтесь, тому що усі ці перераховані можливості поєдналися у одній спеціальності – 186 видавництва та поліграфія. Дійсно так. У нашому технічному університеті є спеціальність, яка поєднує фантазію творчості та вишуканість точних наук. Наша кафедра медіасистем та технологій багато років веде підготовку фахівців за цією спеціальністю. Може, дехто з вас зараз подумає, що поліграфія – це щось застаріле і несучасне. Запевняю вас, що ви помиляєтесь. Поліграфія вийшла далеко за межі традиційних уявлень і використовує сучасні прогресивні технології. Ми приділяємо велику увагу не тільки традиційним друкарським технологіям, але й розробці електронних мультимедійних видань, електронних підручників з елементами анімації та мультимедіа, веб-систем, включаючи проєктування UI/UX-інтерфейсів, мобільних додатків з можливостями анімації, розробці комп'ютерних ігор з використанням 2D та 3D-графіки. Наші студенти використовують теорію кольору та основи композиції, створюють оригінал-макети з застосуванням комп'ютерної графіки, проєктують інтерфейси такими, щоб ними було зручно та приємно користуватися. Протягом навчання студенти беруть участь та перемагають в міжнародних конкурсах, олімпіадах, форумах. І підтвердження тому – багато різних нагород, сертифікатів та дипломів, і не тільки учасників, а й переможців цих конкурсів. Кафедра веде підготовку фахівців у співпраці з зарубіжними закладами вищої освіти. Медіауніверситетом міста Штутгарт, Варшавська політехніка, Інститут креативних технологій Університету економіки у місті Бедгощ, Польща. Підписана та працює програма подвійного дипломування за спеціалізацією інформаційної технології в медіаіндустрії університетом прикладних наук у місті Каунас, Литва. Працевлаштування? Про це взагалі не слід турбуватися, тому що потреба на наших випускників дуже велика. Вони працюють на поліграфічних підприємствах, у видавництвах, рекламних агенціях, дизайн-студіях та IT-компаніях. Дорогі друзі, якщо ви бажаєте, щоб ваша майбутня професія поєднувала в собі творчість та переваги точних наук, приходьте до нас на факультет комп'ютерних наук. Обирайте спеціальність 186 – видавництво та поліграфія. Чекаємо на вас, творчі, талановиті особистості. А нашим переможцем знову став Сергій. Ваші контактні дані в нас вже є. Тому ми з вами зв'яжемося, ви отримали свої вже не один подарунок. Студенти спеціальності 186 видавничо-поліграфічна справа вважають себе королями кольору відтворення та реставрування. Вони впевнені, що зможуть надрукувати буквально все, що завгодно. І тому ніколи не залишаються непрацевлаштованими. Чи так це насправді, нам допоможе розібратися гість нашої студії Артем Оберемок, керівник відділу зовнішньоекономічної діяльності книжкової фабрики Unisoft, яка є сучасною книжковою фабрикою з успішним досвідом роботи на ринку поліграфічних послуг. Друкарня спеціалізується на виготовленні всіх видів книжково-журнальної та газетної продукції, а на сьогоднішній день щомісяця на Unisoft виробляється до 1,5 мільйона книг. Доброго дня! Здравствуйте! Сначала пару слов хотелось бы сказать о нашем предприятии. На сегодняшний день это действительно монстр полиграфического рынка в Украине. Мы являемся, я с гордостью могу это сказать, лидерами отрасли. Действительно, мы производим порядка 1,5 миллионов книг, даже несмотря на общую тенденцию там, переходу на какие-то цифровые тиражи или электронные издания. Тем не менее, рынок полиграфии в Украине растет. Мы ежемесячно бьем новые рекорды. Помимо книги, книжно-журнальной продукции, Unisoft изготавливает также большой ассортимент всевозможной разной другой полиграфической продукции, например, канцелярка, всевозможные упаковки, коробки, футляры, в общем, все, что делается с бумаги, картона и клея, добро пожаловать. Так,
Это то, что касается в целом работы предприятия. Я лично занимаюсь экспортом. То есть продвигаю нашу полиграфическую продукцию на рынке Евросоюза в основном, ну и частично других стран. Сейчас мы начали несколько лет назад задумываться о том, что почему бы нашу прекрасную книгу не продавать на просторах Европы. И на сегодняшний день успешно это делаем. Собственно, чем я рад заниматься. Перейдемо до запитань. Добре, добре. Давай, коли наші абітурієнти обирають собі майбутню спеціальність, в принципі, видавничо поліграфічна справа досить знайомий термін, зрозумілий, проте все ж таки ким та де зможуть працювати випускники цієї освітньої програми? Хорошо, давайте так. Я спочатку розкажу немножко то, чим лично, як у мене це вийшло. Я тоже випускник издательського поліграфічного діла, прекрасної кафедри МСТ. Тогда у нас было три направления. Сейчас, собственно, я так понимаю, ничего не поменялось. Компьютерный КТС ВПВ, технология электронных мультимедийных изданий и традиционная ТДС, собственно, полиграфия классическая. Я выбрал путь классической полиграфии, то, что называется именно связанной с непосредственной физической печатью, издательством, изготовлением книг. Во время учебы, благо наш учебный процесс позволял тогда, я надеюсь, это не открою никакой тайны, во время учебы ну, у нас можно было тогда написать определенную там, бумажку о том, что прошу разрешить трудоустроиться. И с удовольствием мне это разрешили сделать. Я во время учебы подрабатывал в небольшой типографии. Собственно, там я получил небольшой первый опыт, буквально полтора года там проработав. После чего, закончив бакалаврат, я четко понимал, что я хочу заниматься изготовлением книг. Я всем очень рекомендую людям, которые планируют, думают, колеблятся, идти им в типографию или нет, сходить на экскурсию. Мне можно к нам, это пожалуйста. Можно в какую-то любую другую типографию, только советую большую. Вы поймете, это ваше или не ваше. Потому что я, когда первый раз пришел, попал, вдохнул это все. То есть ты смотришь на какую-то безликую массу бумаги, картона, красок, там, какие-то там монстры, машины. И совсем непонятно вообще, как из этого можно получить книгу, да, там какие-то роли там размером, там, не знаю, с небольшой легковой автомобиль. И потом постепенно, процесс за процессом, это все, знаете, как скульптура, и как люди делают из там, куска мрамора какой-то памятник. Важно отсечь все лишнее. Вот и у нас так примерно. Мы добавляем, видоизменяем эту вот объем какой-то полуфабрикатов, либо бумаги, картона, и на выходе получается прекрасная продукция книжная. Я очень рад и счастлив, что практически в каждом доме, уверен, если вы хотя бы иногда покупаете книги, есть наша продукция. То есть мне часто друзья звонят, говорят, вот такая книга ваша. Я говорю, посмотрите там сзади, в выходных данных во всех книгах есть, где она изготавливалась. Если это не какой-нибудь совсем фальсификат, то там наверняка будет стоять типография. Вот если вы увидите Unisoft, я к этому рад быть причастен. Так вот, после бакалаврата я, собственно, попал в типографию, писал там дипломную работу, меня туда определили, и за время того, как писал диплом, собственно, по изготовлению книг, понял, что это мое, да, ну, скажем так, утвердился, потому что, к сожалению или к счастью, не знаю, в 16-17 лет люди, которые поступают, очень редко, когда знают точно, чего они там хотят через там 10 лет. В уже более-менее каком-то сознательном возрасте, там, ну, условно, в 22-23 года, уже люди, ну, уже, наверное, понимают, что хорошо, что плохо, что точно они не хотят делать, что бы они хотели видеть в своей жизни.
Ну и, собственно, у меня это был какой-то переломный момент, когда я пришел в типографию Unisoft и понял, что это мое. Собственно, там я и остался, и уже там благополучно 8 с мелочью лет там работаю. Начинал, пришел я работать туда на должность технолога, собственно, как в дипломе. Но очень меня быстро перевели в отдел продаж, поскольку там нужно было мое участие, наверное. Ну и, собственно, работаю в отделе продаж. Кем вообще могут работать люди, выпускники прекрасной кафедры медиасистемы и технологий? Классическая полиграфия, типографии, издательства, репроцентры. В общем-то, я думаю, что дизайн-студии, всевозможные маркетинговые агентства, рекламные, будут рады видеть наших ребят. У меня тоже в нашей типографии тоже работает много моих сокурсников, в общем, выходцев с одной специальности. Очень интересная отрасль, связанная с мультимедийными технологиями. Очень советую обратить внимание будущих студентов на мультимедийные издания. То есть это технологии, отрасль, специальность, да, технология электронных мультимедийных изданий. И КТС ВПВ – это компьютерные технологии и системы издательско-полиграфических производств. Тут как бы вся тенденция заключается в том, что все мы видим, что происходит глобализация мира, да, интернет, если там 10 лет назад это было, ну, как-то что-то редкостное, пищащее, то сейчас это уже в каждом кармане, руке, ну, то есть уже мы жизнь свою без компьютеров, без сайтов, без Гугла, ну, просто не представляем. Все то, что вы видите в именно вот отображение, да, то есть дизайн того, что происходит у вас в компьютере, это все кто-то нарисовал, это все кто-то сделал. Конечно, ну, не знаю, сейчас, наверное, очень популярна такая общая тенденция к тому, чтобы всем стать айтишниками, работать куда-то там за границу, но, к сожалению или к счастью, да, не у всех есть, ну, скажем так, какой-то предпосылки к тому, чтобы сидеть там, не знаю, несколько часов, не вставая за компьютера и кодить, смотря в безликие данные. Я, честно, я не представляю, как бы я бы смог бы так работать. Здесь чем мне нравятся наши специальности, тем, что тут не нужно, тут не нужна какая-то, скажем там, большой кладезь знаний там, в математике, в программировании и так далее. То есть это все очень доступно для девочек, мальчиков там, какого-то возраста. Знания математики на уровне там, не знаю, 8 класса, и вы будете полноценным специалистом своей отрасли, который будет заниматься каким-то креативом, создавать какие-то шедевры. Я уверен, если вы выберете эту специальность, вы трудоустроитесь в одной из множества компаний, которые работают на зарубежный рынок, на внутренний рынок. Вы не будете привязаны к какому-то физическому рабочему месту, да, к чему сейчас все стремятся там, работать, не знаю, сидя на Бали, и получать за это деньги. Я, правда, считаю, что направление именно мультимедийных изданий, компьютерных технологий – это, ну, это наше будущее. Это то, чем рано или поздно будем мы все как бы вовлечены, то, чем мы ежедневно пользуемся. Мы открываем лэптоп и видим там какие-то как они, ярлычки, да, это все кто-то нарисовал. Мы открываем, не знаю, утренние новости, видим ведущую, за которой там зеленый экран на самом деле, да, вам тоже можно уже обновлять. До речи, наш баннер робила студентка цієї спеціальності, цієї освітньої програми. Да, то есть, вот. Навіть тут причастна. Я думаю, что в следующий раз, там, через каких-нибудь 10 лет мы будем видеть за собой только зеленый экран, а уже наши коллеги по ту сторону
камеры будут там дорисовывать нам параллельно показывать каких-нибудь динозавров. І тобто завдяки тому, що кафедра має декілька спеціалізацій в одній освітній програмі, такі спеціалісти, вони через 5-10 років будуть актуальні завдяки своєму диплому. Да, я думаю, що на самом деле все очень просто. Ви, ну, то есть будучі абітурієнти, родители их. Я думаю, что больше вопрос, наверное, к родителям, которые решают. Дети все-таки очень редко, мне кажется. Ну, это на моем общем, в общем-то, опыте. Понимают, чего они хотят. В основном это хотят родители. Дети этому категорически сопротивляются, ну и так далее. Просто совет простой. Зайдите на какой-то агрегатор вакансий. Вам, ну, не знаю, Work.ua, Jobs, неважно, работа.ua, просто посмотрите вакансии. Посмотрите, вот возьмите те 5-6 специальностей и профессии, да, которые вы предполагаете, будет ваш там сын или дочь работать, куда вы хотите сейчас поступить. И посмотрите, вот на сегодняшний день, да, какие есть затребованные работы по этой специальности. Ну, то есть понятно, что там все хотят, там, я не знаю, ну, многие там целятся попасть в фарм-университет, который очень дорогой, там сложно пройти и так далее. Но если вы зайдете и посмотрите работу фармацевтом, то будет там, ну, вилка 5-7 тысяч гривен, и вряд ли она будет больше. То есть, конечно, да, если повезет стать директором фармкомпании, да, у вас будет замечательный бэкграунд того, что вы имеете профильное образование. Ну, скорее всего, это будет не связано с тем, что вы учились в фармакадемии, а будет связано с какими-то другими вашими качествами. Здесь, почему у меня, ну, я бы, например, пошел бы сюда еще раз, у тебя, ты гарантированно будешь получать среднюю хорошую заработную плату при условно независимых от твоих там изначальных качеств данных, да, то есть если, понятно, если у вас ребенок склонен там к математике и программированию, там блестящий, там, не знаю, математик, то, понятно, ну, наверное, рассматривать его как дизайнера, ну, это будет странно. Ну, если мы говорим вот взагалі о детях, да, которые там имеют, ну, не знаю, какие-то хобби, да, там, какие хобби? Играть в компьютерные игры, да, там, на смартфонах, на компьютерах, лэптопах, пожалуйста. Вам там нужен будет 3D-моделер, который будет рисовать вот этого человека, там, дракона, которого нужно побеждать. Это, ну, наверняка, с вероятностью 99%, вашему ребенку, если ему нравится, да, убивать их, тех там монстров, или там строить эти там замки в Майнкрафте, наверняка будет интересно создавать это все, этот мир. То есть тут ты выступаешь в роли какого-то такого там демиурга, который создает этот мир. Вот, поэтому я прям вот всеми руками за то, чтобы, если мы говорим о среднестатистическом студенте, то вероятность того, что в среднестатистической перспективе через 10 лет будет иметь достойную заработную плату, достойный выбор вакансий на рынке, то, мне кажется, мультимедийные системы, технологии, компьютерные технологии – это вот прям то, что нужно. І давайте зробимо такий невеличкий підсумок цих двох запитань. І, можливо, ви можете дати прогноз розвитку цієї сфери та кількість вакансій в цій сфері зараз і чи буде вона зростати з часом? Так, прогноз сферы полиграфической, классическая полиграфия. Она явно не будет в том виде, в котором сейчас. Хотя я сейчас очень четко помню, что 10 лет назад, когда был в университете, учился, и к нам приходили дяди, тети, которые добились в отрасли высоких каких-то значений, нам то же самое говорили, что она изменится, ее либо не будет в том виде, в котором сейчас, либо она будет в каком-то другом. Но пока что вот за 10 лет, в принципе, ничего глобально не изменилось. Классическая полиграфия. Я думаю, что все-таки уйдет в всевозможные направления альтернативы западному миру. То есть, ну, да, мир уже все не хочет делать продукцию в Китае, хочет делать где-то поближе у себя. Потому что Китай дороже и качество очень странное.
Соответственно, я думаю, что Украина может стать таким классной альтернативой китайскому производителю. Соответственно, я очень верю в то, что у нас будет какие-то необычные виды полиграфической продукции. Всевозможные панорамки, поп-апы, упаковка. Наверняка это будет какая-то направленность в сферу экологии, связанная с тем, что сейчас мы все, ну, да, хотим сохранить лес, землю и так далее, природные ресурсы, но мы в Украине это ощущаем просто как отголоски каких-то более продвинутых стран. В Европе существует масса организаций, не правительственных, не коммерческих и так далее, которые стараются сохранить наши ресурсы планеты. И очень много следствий из этого вытекающих. Это использование каких-то экологических материалов, использование всевозможных экологических красок, то, что не загрязняет, да, нашу планету. Я уверен, что вот через небольшое количество времени вы будете видеть на всех продуктах, которые могут подвергаться второобработке, специальные логотипы. Мы уже сейчас видим во дворах наших там множество разных контейнеров для разных видов отходов. Собственно, это то, о чем нам рассказывают наши западные партнеры, которые, ну, по каким-то причинам, да, опередили Украину на там несколько лет вперед. То, что касается перспектив медиасистем, все-таки рано или поздно все мы, ну, в большей степени, да, будем переходить в онлайн-формат. Можно просто вот задать простой вопрос, я, если можно, вам задам. Сколько книг вы купили там за этот год? Физически. Пошли вот в магазин и купили. То есть, ну, не кто-то вам там подарил, или там вы купили на подарок. Вот купили себе почитать физически. Ну, конкретно фізично я купляла маленького принца. Маленького? Не так давно. Дон Екзюпері. Да. Мені просто хотілося саме її в руках потримати, мати в себе примірник цієї книги. А так, в основному, напевно, я все-таки читаю електронні видання. Вот. И если вы, ну, вот как бы задумаетесь, ну, то есть, что такое книга сейчас в современном представлении, это будет игрушка для детей, для маленьких, то есть это будет подарочная какая-то книжка, панорамка с вырубками для деток, которую купит бабушка своему внуку и принесет там в подарок про какую-нибудь Колобка. Это будет статусная какая-то вещь, да, которую там подарят какому-то боссу, какой-нибудь там экземпляр эксклюзивной какой-нибудь Энеиды в день рождения, там, или 100-летие с дня рождения там великого Кобзаря. Это будет, наверное, какие-то вещи, которые хочется держать у себя в руках или там на полке, просто потому что это красиво, да, то есть какое-то подарочное издание, которое, вот как вы выразились, вы купили для того, чтобы иметь это, ну, вот просто хотелось, да, красивые иллюстрации там или в руках, вот, ну, иметь какую-то вещь. Очень-очень редко, когда люди, к сожалению, вот сознательно, да, идут в магазин и покупают книгу, чтобы прочесть ее и, ну, там, ну, отдать кому-то другому. То есть в основном это какая-то вещь, не связанная с чтением, к сожалению. Я всем советую читать книги. Мне правда кажется, что человек, который читает хотя бы там несколько книг в месяц, никогда не стукнет другого по лицу или там не пойдет делать какие-то сумасшедшие вещи, и правда в этом твердо убежден. Как их читать, в каком формате, это ваш выбор. Я предпочитаю в печатном варианте. Не люблю электронный формат, мне не нравится. Я люблю ощущения тактильные, люблю читать. Мне очень нравится читать в отпуске. У всех у нас есть время в основном читать в отпуске. Ну, так сложилось. Ну, в отпуске там где-то на пляже, ну, сидеть там, искать пауэрбанку или там дрожать из-за того, что у тебя там украдут планшет, неудобно. Ты почитал книгу, если она где-то там
попортилась, испачкалась, упала в воду или еще что-то, ну, ты взгрустнул и пошел купил новую. Вот. Поэтому советую всем читать книги. Если вы будете читать это в печатном формате, я уверен, будут среди наших зрителей такие любители, как и я. Пожалуйста, будем рады. Приходите на традиционную полиграфическую профессию, специальность ТДС ВПВ. То, что касается мультимедиа, мне кажется, что это все-таки больше имеет перспектив. Не вижу смысла повторять. Заработная плата будет выше, потому что больше спрос на этих специалистов, которых не хватает. И сейчас действительно сложно найти. Ну, то есть, если вы пойдете искать специалиста там, графического дизайнера, вот на тот же пресловутый там какой-то WorkUA, вы посмотрите заработные платы. Очень много компаний ищут молодых, талантливых. Если у вас ребенок как-то креативен, это вообще сам Бог видел. Множество компаний, которые хотят визуализировать свою работу, маркетинговые агентства, всевозможные SMM-ы и им прочие продвигатели в соцсетях, в поисковиках, все хотят иметь красивую картину. Эту красивую картинку может дать специалист нашей кафедры. Этих специалистов, несмотря на то, что как бы их очень все хотят, их немного, их правда немного. Еще большая прелесть этой специальности в том, что уже учась там на первом, втором буквально курсе, ничего вам не мешает уже начинать, ну, если не работать, то создавать свое портфолио. Вы уже, ну, будучи, когда вы закончите университет, вы уже точно должны понимать, где вы работать будете. Потому что люди, которые там проучились 6 лет и выходят стерильными и идут искать работу, уже отталкивают. То есть у меня практически все мои знакомые, там, сотрудники и так далее, все как бы во время учебы в университете уже подрабатывали или работали, или, ну, как минимум создавали какое-то свое, наполняли резюме, портфолио, как хотите назовите, старт, базу, платформу, с которой они придут к работодателю. Не нужно стремиться там прийти сразу там, я не знаю, в Google работать, не возьмет вас Google сразу. Попробуйте поработать на свою репутацию, заложите те кирпичики в свой фундамент, которые дадут вам через там 5, 6, 7, 10 лет какую-то хорошую, стабильную работу, и вы сможете обеспечивать себя. Ви сказали про те, що ви є випускником цієї освітньої програми. Скажіть, які саме дисципліни, які ви вивчали, знадобилися вам у вашій професійній діяльності? Які дисципліни? Я чесно скажу, мені в моїй роботі, я працюю в експертному відділі, більше всього понадобився англійський язик. Моєму глибочайшому сожалению, я абсолютно не уделял ему внимания ни в школе, ни в университете. Это не профильный предмет, и я каюсь, что как бы мне тогда кто-то не пришел и не сказал: нет, иди учи. Я потратил много ресурсов, времени своего, сил, когда на это уже не было времени и денег, чтобы изучить его хотя бы на каком-то уровне. Поэтому всем очень советую в Украине изучать минимум английский язык. Это как минимум. Ну, это так, ремарка. Касательно дисциплин. Безусловно, ну, есть базовая, да, то есть введение в специальность. Я сейчас могу путаться, потому что наверняка дисциплины уже поменялись в названиях. Я буду в общих понятиях. То есть то чем... чему нас учили. Это было введение в специальность и основы полиграфической технологии. То есть это было общий какой-то скелетик, как вообще, да, делается книга. Потому что если там сейчас пойти на улицу поймать какого-нибудь человека, он наверняка примерно понимает, что там есть принтер, да, там какой-то что-то печатается, что-то там потом переплетается. Но я с этими знаниями пришел в университет. Когда
ты понимаешь, что это вообще не так, это вообще нет, нет никаких принтеров, не, нету вот этих листиков, то есть это все делается совершенно по-другому, у тебя начинается, ну, появляться в голове какой-то каркас знаний, на который уже нанизываются всевозможные специальные дисциплины, которые помогают тебе углубиться в какой-то отрасли. Это и графика, это и изучение цвета, это и там всевозможные там химические процессы. Нельзя сказать, что на эту дисциплину ходите, на эту нет. То есть, ну, никто объективно не может сказать вам, что вам пригодится в жизни. Вот никто не знает. Поэтому все, что вы можете вложить в свой рюкзачок знаний, все, что вы можете запомнить, все, что вы можете вынести с собой из университета, это вам все пригодится. Даже, ну, у нас был очень смешной, абсолютно, на мой взгляд, абсурдный предмет — библиография, если не ошибаюсь, который был там, условно, там один семестр 4,5 занятия, там, где нам учили УДК и ББК вот эти вот грифы, ну, если кто-то знает. То есть предмет заключается в том, что тебя учат искать книги в библиотеке. Ну, это вообще, ну, это нам тогда казалось, ну, это, ну, настолько абсурдным, ну, просто до невозможности. И то сейчас я, вот, правда, ну, смешно, но тем не менее я эти УДК и ББК каждый день вижу и, ну, там, минимум там раз в месяц рассказываю своим издательствам, своим заказчикам, что это такое, зачем оно нужно, нужно ли оно им вообще, где его взять, как его найти. То есть, казалось бы, абсолютно бесполезный предмет, извините, ради бога, уважаемые преподаватели. Ну, как бы, ну, из того, что я изучал, ну, наверное, проще сказать, чего мне не пригодилось. Вот такого практически не было. Ну, не знаю, не хочу никого обидеть, ну, не знаю, физкультура мне не пригодилась, и то потому, что мне еще не так много лет. Наши абитуриенты, навіть, напевно, більше їх не батьки, мріють, що їх дитина, як закінчить університет або ще під час навчання, вона буде 100% працевлаштована, її там з руками, з ногами будуть забирати в будь-яку компанію. Якщо конкретно говорити про ваше видавництво, скажіть, які мають бути компетентності, знання та технології, вміння у вашого кандидата, аби він був 100% працевлаштованим та ідеально підходив для вашої команди? Ну, почну з того, що всі наверняка трудоустроються. Це 100%. Поки що железно. Если у вас нету акций какого-нибудь Газпрома, наверняка вам придется работать, потому что вы 100% трудоустроитесь. На какую должность и по какой специальности — вопрос, и на него наверняка придется в жизни найти ответ. Извините, я вас поправлю, у нас не издательство. Издательство — это те, кто изготавливает, наполняет, да, контент, а мы типография, которая просто изготавливает книги. Производство. Конкретно у нас на типографии будет достаточно, если вы вменяемый, целеустремленный молодой человек или молодая девушка, которая хочет, да, то есть работать. Ну, правда, я, может быть, сейчас крамольные вещи скажу, но все-таки там университет, да, либо там специальность, которую вы закончили, ну, все объективно понимают, что, выходя из университета, вы не являетесь готовым специалистом. Ну, это, наверное, будет наивно полагать, что какой-либо университет, специальность, неважно. Ну, может быть, профтехучилище, да, там, выпускает готового специалиста, и то, не знаю. Мы все понимаем, что университет дает какую-то базу знаний, да, на которую платформу, да, там, на которую вы уже будете там наращивать свой опыт, скиллы и растить в себе специалиста, да, который через какое-то там количество итераций будет востребованным на рынке. Для меня было бы важно, чтобы человек вынес что-то из университета. Я обязательно, если это будет выпускник моей кафедры, я обязательно спрошу у него какие-то специальные вопросы, да, то есть то, что связано именно с полиграфией. Касательно, какие ему нужны навыки, ну, это будет зависеть от того, на какую должность он претендует. Если это человек, который, ну, претендует условно на какую-то интровертную
профессию, ну, технолога условно, да, наверное, мне будет не очень важно, там, насколько он коммуникабельный. Но мне будет обязательно важно знать, насколько он там понимает, например, вообще в принципе, да, технологию производства и насколько он будет понимать, ну, какие-то минимальные, там, базовые знания в нашей отрасли. Если мы говорим о там, какой-то экстравертной специальности, наверняка здесь уже будет возможность самостоятельно вести какую-то работу. Наверняка это будет какая-нибудь стрессоустойчивость, коммуникабельность, ну и всякие такие прочие вещи. Скажіть, будь ласка, зараз наші абітурієнти, вони стають перед таким досить важливим вибором. Вони обирають свою майбутню спеціальність, професію свого життя. Які ви можете дати поради, аби вони не помилилися з цим вибором і 100% займалися тим, чим вони хочуть займатися? Ну, я, ну, як би, сложно дати ответ, да, щоб він 100% був правильний. Потому что, ну, наверняка будет процентов 80 ошибок. В любом случае, ну, вы еще дети, вы еще ваши там дети, там, абитуриенты, это еще люди, у которых очень-очень-очень не сформирован какой-то кругозор и понимание, чего они хотят. Наверняка половина из них не имеет ни хобби, ни каких-то увлечений, к сожалению. Я советую выбирать профессию так, чтобы она тебе вот на том этапе, в котором вы сейчас находитесь, чтобы она была вашим решением. Не решением ваших родителей, не решением ваших за компанию пошел учиться. У нас очень много, к сожалению, девочек и мальчиков, в том числе у меня на потоке училась, которые пошли за компанию. Ну, потому что вот они вот пошли за компанию с кем-то, так получилось, они прошли. Кстати, я не знаю, тогда был очень высокий конкурентный балл для бюджета, не знаю, как сейчас. Было достаточно непросто попасть. И тем не менее, даже считаю, что при высокой конкуренции, да, люди, которые все-таки стремились сюда попасть и попали сюда, все равно там до какого-то курса планировали стать там, условно говоря, фотографами, да, то есть вообще не касается и вот этого всего. Я бы советовал подумать, вот отвлечься от выбора там своей профессии, подумать о том, вот чем вам нравится заниматься. Вот просто вот от чего вы кайфуете, да, чего, чем вы бы вы могли заниматься, если бы вам за это не платили деньги. Понятно, что заработная плата, это в любом случае есть какое-то мерило того, насколько там профессиональный специалист затребованный, там, интересен на рынке труда или не интересен. Но если у вас будет самая-самая шикарная заработная плата, вы будете получать просто миллионы денег, но это будет работа, которая будет вас стрессовать, которую вы будете ходить и думать, ну, боже, зачем я сюда пришел, ну, а вы там долго не будете работать. Как, ну, не знаю, да, должны либо тогда так сложиться обстоятельства, ну, не дай бог. Но в целом люди садят свое здоровье, садят свои, ну, какие-то нервы, работая на нелюбимых работах. Я советую не делать этого. Если вам не нравится, не делать этого. Сейчас пока что у вас нет опыта работы, соответственно, у вас есть какие-то увлечения. У кого-то это будет там компьютерные стрелялки, у кого-то это будет там, не знаю, какой-то спорт. Подумайте вообще, в принципе, да, что для вас больше интересно, там базово, там экстравертные, да, какие-то специальности, ну, то бишь, какие-то общения, взаимодействия с внешними людьми, коллективом и так далее. Можете ли вы там свободно, не знаю, общаться с незнакомыми людьми или нет? Либо это будет какая-то больше усидчивая работа, что-то интровертное. И то классно. Это не хорошо и плохо. Это просто вот есть люди, да, там разные психотипы, разные, ну так, если совсем грубо, то есть есть люди, которым нравится самим собой, им комфортно, им достаточно этого, есть люди, которым недостаточно самих себя, им нужно с кем-то общаться. Подумайте, зайдите на сайты вакансий, работы. Может быть, я вот, честно говоря, вчера думал,
если бы я вот сейчас бы искал бы работу или там, ну, будучи там 16-летним, 17-летним студентом, куда бы я бы пошел? Наверное, ну, как я, собственно, ну, по большому счету сделал, я выбрал ту компанию, которая мне нравилась. Если вам, ну, вы посмотрите вот там по рынку, посмотрите по своим там родителям, тетям, дядям, где они работают, удовлетворены они или нет. Хорошо у них там получается, не хорошо. Придите к ним, спросите, чем ты занимаешься. Ничего страшного в этом нету. Придумайте себе компанию мечты, в которой вы хотите работать. Может быть, это будет, ну, пусть будет Google. Хочу в Google работать. Кем? Что там будешь делать? Да, хочу программистом. Ну, сколько у тебя по математике там? Ну, условно. 7 баллов, 6, тройка. Ну, какой ты у тебя программист? Давай подумаем дальше, да, то есть ты классно рисуешь. Почему тебе не попробовать себя там вот этот твой навык сделать, продвинуть его, да? Вот я бы поступал бы, наверное, исходя из тех предпочтений, хобби, которые тебе нравятся, общего окружения вокруг, вакансии. Какие-то, наверное, можно сейчас раздобыть вебинары по трудоустройству. Компанию всегда приглашают к себе. Сходите на экскурсию на эти компании, в эти компании. Посмотрите на лица людей, которые там работают. Вы поймете. Правда, я буду рад, если будут желающие прийти к нам. Я всех приглашаю, пожалуйста. Это несложно организовать экскурсию, вы посмотрите, чем мы занимаемся. Наверняка то же самое может сделать для вас практически любая компания, которая там есть в Харькове, с которой шапочно сотрудничает университет. Наверняка вы можете просто позвонить в приемную и сказать: я вот будущий студент, будущий ваш, возможно, да, работник, я бы хотел посмотреть, как у вас происходит там рабочий процесс, почему нет. Так, я пропоную тоді поставити останнє запитання з вікторини нашим глядачам. Напишіть, будь ласка, до чату, як ви вважаєте, хто такий графічний дизайнер? А ми поки переглянемо, можливо, вам хтось написав запитання. Так, тут, до речі, багато досить запитань, проте на деякі вже відповіли. Скажіть, будь ласка, чи вивчається на цій спеціальності доповнена реальність? Зараз є книжки з доповненою реальністю, наскільки я... Так, звісно, безусловно. Ну, я чесно скажу, що я закінчив цю спеціальність 10 років назад. И, ну, то есть наверняка там очень много нового, потому что, ну, вы сами понимаете, что мир, ну, за 10 лет очень изменился, и дополненной реальности это 10 лет назад не было, ну, как таковой. Сейчас в любой супермаркет АТБ зайдите, там будет книга, там, «Алиса в стране чудес», в которой вы там наведете, там, или сказка, и она будет там вам показывать петь в реальности. Этот вопрос, наверное, правильнее задать преподавателям, либо ну, представителям кафедры. Но я был на конференции в Хере, приглашали меня где-то года 4 или 5 назад, и мы обсуждали дополненную реальность. Тогда это уже было. Поэтому наверняка это есть. Скажите, будь ласка, как вы считаете, с какого курса лучше начать работать? Смотря какая у вас цель вашей работы. Если у вас, ну, давайте так, я не беру в расчет какие-то сложные экстремальные ситуации в жизни, да, ну, мы не будем о них говорить, все о них понимают, да, то есть если у вас жизнь заставила работать, то простите, ну, какая разница с какого курса, не дай бог. Если ваша цель работы для того, чтобы заработать денег на новый iPhone, и вы пойдете работать, не знаю, чтобы никого не обидеть, не знаю, на кассу в какой-нибудь Ашан, вы потеряете свое время, заработаете новый iPhone, который через год станет старым, и вряд ли приобретете какие-то знания. Если вы пойдете работать по специальности, то я думаю, чем раньше, тем лучше. Если у вас получается это совмещать, так, пожалуйста, хоть с первого курса. На самом деле, мое личное мнение, что если есть какие-то у вас какая-то возможность, да, то есть, если у вас, ну, например, условно, там, папа графический дизайнер, который вам может рассказать о профессии и начинать
вы можете начинать создавать какое-то портфолио или там подрабатывать, работать, верстать, не знаю, там для мамы какие-то шаблончики. Можете это делать до университета, пожалуйста, почему нет? Я думаю, что это вам точно не помешает. Если вы работать ради работы идете, тогда не надо, не стоит этого делать. Я бы очень не советовал бы гнаться за деньгами в этом возрасте. Я понимаю, что у нас всех разное состояние, и наверняка все точно могут объяснить 10 тысяч причин, почему им нужны деньги. Но поверьте, что если вы заработали эти деньги просто ради того, чтобы их потратить, ну, на какие-то там свои развлечения, там, не знаю, отдых, отпуск, какой-то там новый ноутбук, то наверняка вы потом об этом пожалеете. Потому что все это пройдет, ваше время уже оно не вернется. И люди, которые там гонятся за какими-то заработными платами высокими, они очень быстро поймут, что с нулевыми знаниями в отрасли хорошую заработную плату никто вам не даст. Соответственно, вы пойдете на какую-то низкоквалифицированную работу, которую там, ну, какую-то, на которую вам будут платить больше. Но вы потеряете в перспективе значительно, просто в очень-очень много раз больше. Не знаю, понятно, объяснил или нет. Если нет, там напишите в комментариях. Я попытаюсь перефразировать. А ми дякуємо вам за таку змістовну розмову. Зараз я вчусь саме на тій спеціальності, яка мені подобається, і я сподіваюся стати класним спеціалістом. Успішна інноваційна діяльність Харківського національного університету радіоелектроніки визначає його як лідера в освітньому середовищі України. Я пишаюсь тим, що вчусь в університеті радіоелектроніки. Це сучасний університет, де цікаво та престижно вчитись. Мені подобається професія, яку я отримую тут. Вона перспективна і затребувана. Синергія – це інноваційно-технічний простір для професійного розвитку студентів усього університету. Я ніколи не навчалася у таких умовах. Тут класно. Тут навіть працюється по-іншому. Енергії більше. Хочеться створити по-справжньому успішний проєкт.
завершуємо наш марафон «Ярмарок професій ХНОРЕ. Обери свою професію майбутнього з ХНОРЕ». Сподіваємося, що ми розповіли вам багато корисної інформації про сучасні спеціальності, а також допомогли вам обрати освітню програму. Сподіваємося, що зустрінемося з вами вже в якості студентів у першому серед кращих.